Месторождение железных руд Бенкалинское расположено в Атикибисском районе Ахтюбинской области Республики Казахстан. С 2005 года начата разработка данного месторождения. В период с 2007 по 2011 годы перешли на опытно-промышленную добычу, а с 2011 года на промышленную разработку карьера с объемом добычи 1 миллион тонн магнетитовой руды. На руднике развита инфраструктура. В пределах добычного участка месторождения Бенкалинское. Карьер восточной залежи, карьер западной залежи, площадки под отвалы вскрышных пород, площадки под спецотвал забалансовых руд, площадки под спецотвал потенциально плодородного слоя, прикарьерная промплощадка, площадка для стоянки и заправки техники, технологические автомобильные дороги, внутренние электролинии. На стадии опытно-промышленной добычи был обустроен вахтовый поселок на 100 койко-мест с необходимыми зданиями, сооружениями, столовая и банно-прачечным комплексом. В непосредственной близости от месторождения проходит новая железная дорога Хромтау-Табол-Костанай и находится станция Шолахсай со стороны ТО «Вертекс Холдинг». В целях увеличения пропускной способности грузопотока станции и увеличения отгрузки готовой продукции с месторождениями были проведены следующие работы: строительство ЖД-путей и установка вторых новых ЖД-весов. На месторождении расположен дробильно-сортировочный комплекс, передрабливающий добытую руду в готовую продукцию железорудного концентрата фракции 0,10 и 10,40, отправляемый в Россию и Китай. Для добычных и вскрышных работ на месторождении имеется горнотранспортное оборудование ЕКГ-5А с объемом ковша 5 кубических метров в количестве 2 единиц и одного экскаватора СК-500 «Кобелка» с объемом ковша 3 кубических метра. А также для транспортировки руды на месторождении имеются 10 единиц автосамосвалов марки «БелАЗ», из которых 5 единиц 30 тонн, 3 единицы 42 тонны и 2 единицы 45 тонн. В период с 2007 по 2017 годы горные работы производились на западной залеже месторождения. По данной залеже все работы по разработке прекращены. На сегодняшний день добыча ведется с восточной залежи, где расположены и залегают основные запасы руды. Среднее содержание по месторождению составляет 43,8%. Хотим отметить, что на месторождении находится химическая лаборатория ТО СЖС, производящая отбор и анализ проб готовой продукции. Данная химлаборатория аккредитована и имеет лицензию, и работы производит по стандартам международного уровня. На ближайшие годы запланировано строительство обогатительной фабрики. На данный момент ведется строительство первого этапа обогатительной фабрики – корпус крупного дробления. Для данного ККД с 2018 года было приобретено новое высокопроизводительное оборудование шведской компании Sandvik с выходом готового концентрата фракции 0,300 мм. В 2018 году объем готовой продукции впервые превысит 0,5 миллиона тонн. Руководством предприятия утвержден маркетинговый план сбыта готовой продукции на 2019 год в объеме 1,7 миллиона тонн, а 2020 год в объеме более 2 миллиона тонн.